Социальные сети как оружие большой политики. Дональд Трамп мечтал открыть свой собственный телеканал «Трамп ТВ», но потом решил сэкономить. Теперь запускает ежедневную новостную программу на Фейсбуке. По сообщению штаба, каждый вечер через платформу Facebook Live будут транслировать специальное шоу о кандидате. В передаче обещают три ведущих. Это два советника Дональда и журналист. В эфире будут выходить не только трансляции с выступлений кандидатов в президенты, но и комментарии. Специальное обращение к гражданам США. В шоу активное участие примет и семья миллиардера. Получасовую программу будут показывать вплоть до выборов. Они состоятся 8 ноября. Прогуляемся по страничке в Фейсбуке Трампа. Мы можем увидеть здесь график его ближайших мероприятий. Также последнее видео из штата Флорида. В записи к нему Дональд благодарит жителей за поддержку. Миллиардер приглашает всех посмотреть свое новое шоу, которое выходит в эфир в 18:30 по Нью-Йорку. Также у кандидата можно заметить на Фейсбуке 12 миллионов подписчиков.